Ну что ж, сегодня у нас сильнейшим выжившим день призыва. Открывайте радиостанции. Ну и мы решили, что нам нужно немножечко приподняться и посмотреть, сколько мы, во-первых, заработаем. Сейчас откроем, не знаю, сколько, много синих-синих карточек. Посмотрим, сколько с них можно выбить вот этих повторных игроков, чтобы, соответственно, что сделать? Все правильно. Чтобы у нас была возможность посмотреть, сколько мы сможем поднять жетонов выживших. Сколько у нас там по 15 тысяч за карточку дают? Это того. 15 тысяч за карточку. Это нам надо открыть, чтобы было 6,5 миллионов 400 карточек. Давайте 500 откроем. До 800 будем открывать. Ну что ж, открыли мы 500 с лишним карточек. Давайте посмотрим. Ой, что-то мы переборщили, да? Набрали 9 миллионов. Ну ничего страшного. Такое тоже бывает. Так, давайте посмотрим, что у нас, во-первых, с них упало. С этой кучи. Рынок жетонов у нас один, чтобы вы понимали. Фиолетовых сколько упало? Раз, два, три, четыре фиолетовых героя упало. Ну, не густо на самом деле. Ну, давайте посмотрим, сколько мы там. 900 тысяч по 15 тысяч. Это я 600, что, почти 600 карточек, что ли, открыл? Чё себе. Разошелся. Ну, ладно, что теперь? Вообще, думаю, может накопить их 1003-4. Пускай лежат пока. Вдруг новые герои каких-нибудь синих выпустят, мы их сразу как сделаем пятизвездочными, да? Чем вот просто на рынок жетонов их обменивать. Когда-нибудь же должны ввести новых героев. Это вообще непонятно, когда будет. Ой, как много их обменивать, это ужас просто. Смотрите, как много. Все, закончились. Ну, давайте посмотрим, сколько мы на рынке жетонов. Фу, с 600 карточек только 100 золотых штучек. Не густо. Я бы сказал, даже печально. Что есть, то есть. Сколько у нас там сейчас? 1,4К. Даже Абрахама не хватит поднять. Грустно как.